Друзья, приветствую всех, с вами зожник-физкультурник Алексей Шредер. Сейчас я вам покажу просто одну из тренировок подготовительных для того, чтобы быть очень выносливым. То есть тренировка буферных зон для того, чтобы мышцы, скажем так, препятствовали закислению, чтобы они побыстрее выводили лактат. Что для этого нужно? В принципе, работаем по системе Семенихина. Меняем подтягивания и отжимания на брусьях, только не на время, мы не торопимся. Смысл в том, чтобы не закисляться, не задыхаться, а именно нарабатывать вот митохондрию и вывод лактата из мышц. Поэтому я сейчас буду делать 100 подтягиваний и 100 отжиманий на брусьях в средней технике, ну вот в такой технике, как достаточно на челлендже, да, не в золотом стандарте. Буду делать пятерками, 5, 5, 5, 20 подходов, 100 повторов там и там, всего 10 тонн на перекладине, 10 тонн на брусьях. Я не буду стремиться успеть за 10 минут, абсолютно нет. Смысл в том, чтобы я не закислялся. И так проходит рядовая тренировка. Нужно именно не закисляться. Так, сейчас подстрахуем свои мозоли, сниму майку, чтобы не потеть. Воспользуюсь магнезией, надену на руки перчаточки и понеслась. Держите меня, семеро. Я иду разорвать. Не торопимся, по ощущениям. Двадцать-двадцать. Босиком, может, не гигиенично, зато кайф. На выносливость так приятно работать. Понравилось мне.
35 или 33? Сорок вроде. Класс. Сколько времени? 6.
не торопимся, закисляться нельзя. Так, 75-75. Сколько минут? 10. Так, и еще по 10. Сколько минут? До 12 часов. 11:40. Блин. Ну ладно, уже не буду торопиться. Здесь нельзя торопиться, все должно быть на комфорте, ну чуть-чуть такое что-то легкое, поэтому я не тороплюсь. Последняя пятерка. Так, сколько? Где-то 12:30. Где-то 12,5 минут. Вот, друзья, так выглядит тренировка среднего уровня, среднего закисления. Мой вес 100 килограммов, значит 10 тонн на брусьях, 100 повторений. 10 тонн на перекладине, 100 повторений. Вот, за 12 минут 30 секунд. Послезавтра у меня заруба с Жекой Лосем. Это будет такая антизакислительная тренировка сегодня. Последняя в ближайшее время в Москве. Вот так тренируйтесь. Где-то тренировка носит очень легкий характер. Там вы работаете с резинкой на брусьях, на турнике. Как правило, после тяжелых дней. Потом где-то наступает средний этап подготовки выносливости. Вот как у меня сейчас. Где-то тяжелее, допустим, такое же. Только чуть-чуть быстрее по времени. Вот, а где-то тяжелое.
либо там, где контрольные точки у вас, либо где соревнования, либо где зарубы. Вот так и работаем. Прелестно! Прелестно! Все, понеслась собираться домой.